чем для меня является эфир? Эфир для меня это моя сбывшаяся мечта. Я делаю то, для чего я предназначен, для того, для чего я родился, и я счастлив. Эфир для меня это позитивный и креативный рабочий environment. Эфир team are my friends. Любимая работа. Эфир мен үшін ақ көңіл және жақсы адамдар жиналған үймен. Я в эфир работаю около 10 лет, и для меня эфир это часть моей жизни. Эфир для меня больше, чем просто работа. Эфир для меня как второй дом, вторая семья. Ну это как уже второй дом. А коллектив как вторая семья. Вот со всеми знакомы, со всеми сработались, со всеми комфортно. The most memorable thing in my work, it was a feedback from recipients, from the clients, from the people for whom we are working. Like letters from them make me very happy. Ну так как в этой сфере именно вот с этой целевой группой я работаю в первый раз, то запомнились поездки в колонии. Вот, запомнилась работа, непосредственно прямая работа с бенефициарами. Самое ценное, что есть в UFO, это люди с большим жизненным опытом, большие профессионалы своего дела. И мне посчастливилось работать со многими из них, научиться у них многому как в жизни, так и в работе. Why our work is so important in our country? Because it's very important not to divide people on good and bad, and be tolerant and respectful for everyone. Я вижу нашу работу как вот попытку сделать наш мир лучше, добрее, чтобы люди чувствовали себя людьми, имели возможность быть здоровыми и счастливыми. Вот. И я считаю, что мы для этого все делаем. И не только своими активностями, не только своими какими-то проектами, но и своим поведением, своей жизнью мы помогаем людям улучшить свою жизнь и стать лучше. Біздің жұмысымыз адамдардың өмірін жақсы жаққа өзгертеді деген сенім. Такая работа важна во всех странах постсоветского пространства, потому что у нас наша система потенциально она не так развита, как в западных, европейских странах. Я поздравляю Фью с днем рождения и хочу пожелать процветания и удачи в реализации проектов, которые улучшают жизнь каждого человека в будущем. Тек қана алға ұмтылу, жене көздеген мақсатына қол жеткізу білу. Я желаю нашим партнерам и коллегам жить и наслаждаться. I would like to wish my colleagues and partners new interesting projects. В первую очередь здоровья. Мы компания все-таки отвечающая за здравоохранение, здоровье в целом. Здоровье всем. Здоровье близким.